Смотрите сегодня. Новая компьютерная мышь со стильным корпусом и удобным дизайном. Team Rocket одержала первую победу своим новым составом. А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта. Сегодня мы поговорим о Раше с зиолотами при игре Протоса против зергов стратегии StarCraft. И, конечно, сегодня мы посмотрим два матча, в которых сошлись два новоиспеченных прогеймера StarCraft. Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира. Недавно стартовал третий сезон всемирно известной лиги Pro Gamers League 3. Наряду со столь знаменательным событием в глаза бросается будущее обилие матчей, ведь по правилам турнира 16 игроков, которые были посеяны в 4 группы, сыграют по системе Double Elimination. Организаторы, как и всегда, делают ставку на плотное расписание игр. На этот раз турнир пройдет в течение 10 дней, включая финал, где его будущих участников предугадать очень сложно. Team Rocket одержала первую победу своим новым составом. Ребята стали победителями финского отборочного тура на DreamHack Summer 2008 и примкнули к числу квалифицировавшихся команд, а также участникам по приглашению. Все эти команды, напомним, пропустят групповой этап турнира и начнут соревнования с более высокими пассивными номерами. В финале без всяких неожиданностей встретились Team Rocket и Excello, которые всего несколько дней назад произвели ротации в своих составах. Как сообщалось ранее, состав 7 Pro был предварительным, и в нем предполагались изменения. С грустью сообщаем, что Шевчук DDM Владислав не сможет долгое время выступать за нашу команду и уходит в инактив. Заменить его предстоит Маслакову Вайпер Игорю. И рады представить вам нового игрока, который окончательно скрепляет цепочку состава. Это Готовцев Фатал Алексей, заменивший в свою очередь Поливанова UB1Q Алексея. По окончании группового этапа EPS Germany команды, не прошедшие финалы соревнований, как правило, прибегают к ротации состава. В Германии такая картина вовсе не удивительна, и местная комьюнити давно привыкла к подобному рода перестановкам. Первыми на трансферный рынок вышли ребята из Team Bavarian Heaven и сменили трех игроков основного состава. Теперь в команде не осталось никого, кто был в ней изначально. Новыми лицами проекта стали Бара и Хансо. Добро пожаловать в школу виртуального спорта. Сегодня мы поговорим о Раше с зиолотами при игре Протоса против зерга в игре StarCraft. Зерг традиционно сильнее и быстрее Протоса в первые минуты игры. Но если Протос сумеет отбить бесконечные волны атак зерга, то сможет задать тому хорошую трёпку. Особенно если зерг сильно увлекся Рашем и не развивает технологии. Проблема заключается в том, как эти несколько минут продержаться. Лучшая контратака, когда вас рашит зерг, начать рашить самому. Идеально начать раш первым. Есть два варианта раша с зиолотами. Ранний и поздний. В первом зиолоты, выходя из гейта, тут же направляются на мейн противника. Все последующие уходят следом. Осторожная тактика позднего раша более рискованна. Вы собираете определенное количество зиолотов и только потом отправляете их на зерга. Но зерг может просчитать вас. Оборону и порядок развития он в начале игры ввиду расовых особенностей перестраивает значительно быстрее. И вы запросто можете нарваться на мутараш. Или обнаружите мейн зерга, установленный санкинами. Положим, все обошлось, и ваша группа зилов худо-бедно громит мейн зерга. Тут нужно обратить внимание на два момента. Расположение санок у зерга и рельеф местности. Санки, бьющие из-под земли, сущая смерть для зиолотов. Непрокаченного зила санка убирает за два удара. Чтобы ее слить, нужно как минимум три зила с заслоном в виде пробки. Теперь, что касается открытых пространств. При равном количестве ресурсов зилы сольют зерлингом в открытом поле. Нужно всегда об этом помнить. И внимательно следить за состоянием здоровья зилов в стыке, вовремя отводить потрепанных и заменять их свежими. Мы – виртуальная школа. Учитесь на пятерке, пока бесплатно. Разойдись!
Смотрите далее. Недавно были представлены две серии корпусных вентиляторов. И, конечно, сегодня мы посмотрим два матча, в которых сошлись два новоиспеченных прогеймера Старкрафта. Представляем обзор киберспортивных девайсов. Видеокарта Elsa Gladiac 980 GT оборудована внушительной по габаритам системой активного воздушного охлаждения, состоящей из четырех изогнутых медных тепловых трубок и прикрытого серебристой крышкой массивного алюминиевого радиатора с парой достаточно больших вентиляторов. При этом ускоритель обладает 112 потоковыми процессорами, снабжен целым гигабайтом памяти GDDR3 с 256-битным интерфейсом, использует шину PCI Express 2.0. Недавно компанией Gillette были представлены две серии корпусных вентиляторов. В линейку вошли 120, 92 и 80-миллиметровые модели, снабженные функцией автоматического управления скоростью вращения в зависимости от изменений температуры. Заядлым же геймерам и оверлокерам разработчики предлагают более производительный пропеллер с эффектной светло-зеленой крыльчаткой, которую при желании можно снять для промывки и чистки. Компьютерная мышь Wolf King Tropper имеет стильный дизайн и удобную форму. Она ориентирована исключительно на геймеров и, в первую очередь, на игроков в 3D-шутеры. Основная особенность — это функциональная кнопка, которая позволяет выбрать, сколько действий, например, выстрелов, произойдет при одном нажатии на левую кнопку мыши. При этом текущий режим можно узнать по подсветке колесика — красное, синее или фиолетовое, а при нормальном режиме не светится совсем. Компания Logitech представила две новые гарнитуры — беспроводную ClearChat PC Wireless и ClearChat Pro USB. Новинки предназначены для комфортного общения людей через интернет посредством ПК. Гарнитуры оснащены микрофонами с функцией шумоподавления, которые обеспечивают непревзойденную четкость звука в играх при просмотре фильмов и прослушивании музыки. Незаменимым помощником в виртуальных баталиях станет ClearChat PC Wireless, работающий на расстоянии до 10 метров от компьютера посредством беспроводной связи. Сегодня мы посмотрим два матча, в которых сошлись два новоиспеченных прогеймера. Первое и 26 место рейтинга Кеспа. Протос Хио Йонг Му, известный под ником Джанг Би, выступает за команду SG Hat и на данный момент занимает 26 место в рейтинге Кеспа, Корейской ассоциации профессиональных игроков. Его противник — Тиран Ли Янг Хо, он же горячо любимой публикой Флэш из команды KTF Magic NS. На данный момент этот амбициозный и очень молодой игрок, ему всего 15 лет, возглавляет список лучших прогеймеров планеты. Он является безусловным фаворитом этой встречи. Но за плечами Джанг Би опыт ни одного турнира. Каким бы ни был исход этой встречи, она обещает быть захватывающей. Первый раунд проходит на карте «Луна» версии 2.1. Противники расположились по правому краю карты. Протос вверху, Тиран внизу. Тос строит ядро, а Тиран тем временем возводит фабрику. Это означает, что основные силы игроков будут представлены гуннами и танками соответственно. Тиран ведет позиционную оборону, выстраивая заслон из танков и турелей. Тос решает на время отойти вглубь карты и запереть выход Терру. Как раз в тот момент, когда шаттл Тоса прилетел с подкреплением в виде парочки скарабеев, Тиран решает пробить стенку из гуннов Тоса. Войска Тоса отходят назад, чтобы перегруппировать, и затем Джанг Би, грамотно управляя шаттлами и гуннами, подчистую выносит боевую группу Тирана. После этого следует логичное продолжение атаки, уже непосредственно на мейн Флэша. Тос благополучно сливает первую линию обороны Тирана, а через какое-то время и вторую. Здесь в лице Джанг Би мы видим классическое использование зилов в шаттле для вызова огня танков на себя в то время, как к ним подходят гунны. Джанг Би загоняет Флэша на рампу, но подниматься сам на нее пока что не рискует. Его вполне устраивает вариант разгрома экспаунда. Джанг Би меняет тактику, и на поле боя появляются темплары с пси-штормом. Тос опять прижимает Терра вплотную к рампе. Исчерпавшие энергию маги превращаются в архонов и становятся в строй победоносной армии Тоса.
Джанг Би уже не обращает внимания на тонкости тактики и стратегии. Ресурсы тирана на исходе, и оба игрока это понимают. В итоге Флэш вынужден сдать этот раунд. Маленькая сенсация. 1-0 впереди Джанг Би. Второй бой проходит на карте Rush Hour версии 2.0. Тос расположился на 3 часа, тиран на 7 часов. Билд-ордер соперников протекает по той же схеме, что и в прошлом раунде. На этот раз инициатива первой атаки исходит от Терра. Его танки теснят на рампе возле мейна Тосса группу гунов. Однако Джанг Би без особых напрягов отгоняет их и очищает место экспаунда от мин Террана. Покончив с мелкими вылазками, противники переходят к тактике массированных атак. Стая вультур Террана минирует проход к экспаунду Тосса и ожидает подход основных сил. Тосс не намерен терпеть такое хамство и выставляет свою боевую группу из гунов и зилов. В результате Флэш значительно теряет в живой силе, а затем Джанг Би заделывает начатое. Острие атаки Террана теперь направлено на другой экспаунд Тосса. Но Флэш и тут терпит неудачу. Целая армия из темпларов и гуннов Джанг Би подчистую выносит атакующие силы Террана. Флэш, видя, что противник значительно превосходит его по силе армии, вынужден выйти из игры и слить этот раунд. Итак, более опытный и хладнокровный Джанг Би победил юного Флэша с общим счетом по партиям 2-0. Хио Йонг-Ху не помешал тот факт, что его противник на данный момент лидирует в списке прогеймеров планеты. Как видите, рейтинги далеко не главное. Смотрите в следующий раз. Самая интересная информация из мира киберспорта. Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов. Новые уроки школы виртуального спорта и, конечно, самое интересное – новые состязания между киберспортсменами. Все это в следующий раз.